Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольный анекдот. Я надеюсь, тебе, именно тебе, он понравится. Подписывайтесь на мой канал «Анекдоты от Юсика». Всем отличного просмотра! Сидят на диване дед с бабкой, смотрят эротический фильм. И после одной из сцен дед говорит: «Лёд! А, лёд! Как ты думаешь, у нас-то с тобой получится?» Она говорит: «Ну попробовать-то можно!» Дед пошел быстрее в ванну, а бабка в спальню. Дед помылся, выходит голый, идет в спальню, открывает дверь, смотрит, а бабка голая на голове стоит. Он ей: «Лю! Алю! Ну ты и даешь!» Она ему говорит: «Да я подумала, а вдруг у тебя не встанет? Ты хоть в дырочку-то мне его засунь!» Спасибо вам всем, что вы досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Также вам хотела сказать, помимо YouTube-канала вы мне можете прислать свои анекдоты в ВК, Инстаграм, ТикТок и Одноклассники. Всем пока-пока!